terrorists win. Loopbet, made for live betting. Ну что ж, друзья, возвращается к вам в студию ИСЮ, возвращается Заяц и Киберфокус. Будем смотреть за продолжением Best of 3 Nordwind против команды Chaos. Chaos одержали, но будем откровенны, очень уверенную победу на оверпассе. Ну я ожидал на самом деле победы от них, не знаю почему. И на карте Inferno все будет гораздо сложнее, я думаю, как для одного, так и для второго коллектива. Возможно, мы увидим даже 2-0, но здесь будет борьба прям все, мне кажется, 30 раундов. Скорее всего, так и есть, потому что, ну, у Nordwind уже выбора-то не остается, безусловно. Падать в нижнюю сетку никто не хочет. Все хотят двигаться дальше, все хотят выходить на каунтрекет и завоевывать себе дополнительное какое-то преимущество. Пока же на живой раунд, посмотрим, кто будет играть за защиту, кто за атаку. Но здесь глобального преимущества это также не даст. Все зависит от личного комфорта коллектива в ту или иную сторону. Да, да, так и есть. Ну, все-таки в защите игрокам поприятнее начинать. Да, это уже такой, как, ну, по-моему, это уже пережиток такого прошлого. Это такая традиция, что раньше, вот когда было преимущество защиты на всех там картах, ну, на большинстве, ладно, не на всех. И по-прежнему все вот выбирают себе сторону защиты. Хотя многие коллективы действительно играют намного эффективнее в атаке. Я тебе скажу так, что когда ты играешь в защите, ты по большей степени полагаешься на какой-то личный скилл, там, ну, максимум попросишь там тиммейта куда-то с тобой сходить или флешку накинуть. А за атаку ты больше слушаешь, как ни крути, капитана, что да? Он говорит, куда, ну, куда идти, что накинуть и так далее. То есть ты уже под чьим-то контролем, можно так сказать. А здесь любят люди начинать в защите, потому что больше свободного какого-то пространства, где они могут себя как-то реализовать. Ну и сейчас есть такая возможность у команды Nordwind. Играет у нас с китами Хара, по итогу у него есть также две флешки, смог покупать не стал. У Chaos два гренадера, есть по 250, у релакса без армора, и уже энтри по Хелзарку прилетает на банане фраг. 2-2 Nordwind сейчас стоят по точкам, и вопрос, как Chaos от этого преимущества будут разыгрывать раунд. Ну, сейчас посмотрим. На самом деле, Chaos в пистолетках очень неплохо смотрится. Мы это видели уже на оверпассе. Сейчас тому доказательство. 5 в 3 на ровном месте. Здесь еще есть Хари, который на гробах уже забирает ПЛСН. Но дальше выхода от атаки нет. Можно спокойно развернуться. Можно спокойно уйти под точку А. Здесь же на центре Рубино со своим юспом. Ну, а релакс его неплохо прокалил. По крайней мере, в тело будет уже проще дорабатывать. Тут же накидывается флешка. Открытие под нее. Заняли ребра, но смещается Nordwind уже втроем на точку А. И принимать будут во все оружие, скажем так. Хара по-прежнему, помним, без армора. Тут же на короткий вышли контактом. Юспы теперь без преимущества. Вот блоки могут задавить. И как же красиво работает Chaos. Красиво прилетела флешка у DGL, которая зацепила двоих. И из-за этого без проблем залетели. Причем в распрыг на точку А и наказали своих оппонентов. Хотя Nordwind сделали все очень и очень грамотно. С одной стороны, укрепили одну из точек, потому что были в меньшинстве, но и это их не спасло на взятие пистолетного раунда. Немножко подкорректировали кого все-таки свои вот эти раунды после выигранной пистолетки за атаку. Они взяли 3 фармгана, но теперь у них есть Галил еще в довесок. Хаешка в ответ. Неплохо прокалил, теперь будет проще дорабатывать с диглов. Ну и двигаются по банану на контакт. Так, коэффициенты-то сразу переменились. Да-да-да, только первый раунд прошел, уже 1.45 на Chaos. И дальше здесь включается у нас и ребята из Nordwind, отличные, сразу же 3 минуса. И бомба упала в смоке, и нужно каким-то образом забрать серьезные проблемы у шведа в этом раунде. Но релакса пытается здесь что-то исправить, возможно, попробует по гробам пройти и дать фраг. Но Хелзерк вроде как к этому готов, но хедшот жесткий от релакса. Ожидает ли Хари? Хари тоже падает. Но дальше в смоке забрал бомбу. Да, забрал у нас бомбу ботан. Можно сейчас установить за первым ящиком. Дальше Тенски тоже подставляется. Как-то не стоило, мне кажется, здесь ему одному рисковать и пытаться перестрелять релаксу. Ну а дальше Рубину и Кроман вдвоем будут разыгрывать этот раунд. Не знаю, насколько это будет успешно, но залетают сразу же в плент. Релакс разбирается и с ним. И ботан ставит точку 2-0. Chaos в таком
сложном раунде все равно оказались победителем. Они были 2 в 5, нужно понимать. Да. И при этом смогли вытащить, потому что бомба была у них не на руках, она лежала на хелпе в смоке. Все от Nordavind поначалу было очень круто сделано, но Кэвэ смогли дожать, что очень-очень важно. Два девайса засыплены, докупается еще один калаш, 2 маг-десеток сверху. Ну а Nordavind уже ответить нечем, и играют там с одной ЦЗ-шкой у Тенски. Так, взял молоток на банан. Прокидка ХЕ на хелпу, но безуспешно пока что для шведов, но тем не менее безопасное занятие банана они себе гарантировали. Ну, тут уже и соперника начекали, теперь, наверное, будут и этот подсад проверять, уже выходя под точку Б, Тенски с ЦЗ. Он уже себя хорошо показал на предыдущем. Тут смог и явно должны прочекать эту позицию. Хара будет отвлекать внимание на себя. У него в руках всего-навсего юспик. Ну и нужно понимать, что каждый выстрел в голову будет летален для этих парней. Так, Харри заблочил себя смоком. Дальше перестрелял с юспа Блессона. Да ладно, как так-то? Ну и теперь еще из гроба пытается Диджела, по всей видимости, приговорить. Это жесткие эти юспы, по всей видимости, решили. Каус, давайте отступим. И выход на ребра. Там три игрока Nordavind. Вот сейчас будет чудо, если они возьмут такой раунд. Жестко включились пистолетами, на самом деле, Nordavind на второй карте. Но пока что раунд не удается им забрать. Может, сейчас тот самый момент. Флешка будет та самая, которая была прокинута в первом раунде от команды Chaos в Plant или нет? Диджел ее накидывал, я помню. Остается 30 секунд, то есть очень медленный раунд от Chaos. Да, они все вместе здесь бомба, поэтому они 100% по идее должны ее ставить. Так. Но там, если размены дикие не пойдут, ботан скрывает Кромана. По итогу релакса в упоре, хорошо работает с Галилом. И можно Харри додавить уже битого на длине. Ну, Фредди Фрог накинул флешку, и тоже она оказалась вроде как неплохой. Да, она не зафлешила всех, но хоть что-то. Будем откровенны, учитывая, сколько дэмэджа получили по себе Chaos, немного удачи бы для Nordavind. Они еще два фрага дали, как минимум. Это да. Вот он битый очень сильно, DGL, там 42 хп. Поэтому нужно считаться. Nordavind действительно решили бороться за это инферно. Находится 105 игроков турнира. Харри, Фредди Фрог и Плессен. Ну, молодцы. Ну, сейчас я бы отметил Хелзерка пока что. То есть... именно вот пока вот первая карта прошла, и за оверпас я бы все-таки выделил именно его, потому что он пытался хоть как-то исправить ситуацию. Да, понятно, Chaos выиграли, и там у них статистика будет лучше, но вот не всегда именно на стату мы смотрим. Да, поражение, оно ни в коем случае не уменьшает достоинств того или иного игрока, который пытался вытаскивать свой коллектив. Ну и, собственно, сейчас поступает полноценный бай для команды Nordavind. Есть АВП, есть и самые кольты, много гранат. Одна единственная пачка китов. Вот с чем, возможно, будут проблемы. Nordavind прилетел молотов на старт. Но там Фредди Фрог немного подгорел, не более того. На банане два игрока. Хелзерк ждет с центра. Но не торопится Chaos. Хаевка. Сейчас как раз борьба за банан и есть у нас. Прилетает Диджелу под ноги одна. Дальше флешка в ответ. Но все-таки... Харри не смог занять банан. Дальше Тенски пытается разменять. У него это удачно получается. Понимает, что дальше нет смысла пикать. Правильно делает. Пришла хелпа. На самом-то деле есть неприятная новость глобальная для команды Nordavind. То, что именно здесь, на этих бочках, сейчас лежит игрок, у которого были киты. И вот если эти киты будут дальше там как-то отсматриваться команды Chaos, то, возможно, Nordavind будут выходить на ретейк уже без онных. Но пока ребра будут заниматься командой Chaos, два игрока по-прежнему Nordavind просматриваются в библиотеке и, соответственно, с больших песков. Открытие. Тут молотов разгорается, смог и падает. Кроман диспозиции. Рубину должны прочекать. Он уходит в нычку, но его там ждут. Его должны брать на кроссфайр. Поймали Рубину. И это два выживших игрока команды Nordavind, которые будут сейвить свои девайсы. Они понимают, что этот раунд им уже не выиграть на ретейке. Какой-то дежавю с оверпасом, тебе так да, не кажется? Один в один, на самом деле. Те же самые два игрока, которые сейвят. Очень, конечно, все печально получилось. Они даже эти киты не подберут по итогу с банана, потому что неизвестно, смотрит на вас там кто-то или нет. Мне кажется, Тенски и Халзик сейчас в TeamSpeak говорят, ну сколько уже нам сейвить можно. Да, мы очень часто отмечаем это как хороший момент для коллективов, когда они действительно понимают, где есть возможность ретейка и надо идти пробовать, а где нужно засейвить. Но как бы много вы ни сейвили, это не дает вам заветные раунды. И противник вырывается вперед. 4-0. И Chaos держит эту лестницу. Ну да, 4-0 это, конечно, сильное начало.
При том, что сейчас 3000 как бы остается у Nordwing, они решили еще и закупиться. Ну, до 2000 у них бай с MP9, для того, чтобы у вас были серьезные деньги в следующем, но здесь вы могли немного огрызнуться с арморами. Так, 1.28 уже на шведов. Это интересно. Молотов прокидывается в ответ смок, и на банане у нас дефолтная война. Правда, вот воевать-то Nordwing здесь нечем. Все свои гранаты они уже сейчас практически выдали. Сейчас Хелзер к медле, может, найдет фраг с авиком. Но нет, ушел вовремя у нас игрок команды Chaos. Не получилось снайпера Nordwing найти фрага. Но может отправиться по точку Б третьим, попытаться там что-либо сделать, что он и делает. Двойкой остались Nordwing на точке А. При этом есть занятие банана от Chaos. И в этот момент как раз приходит снайпер команды Nordwing. Ну, уже какие-то хорошие новости хотя бы. И теперь Хелзерк может отстоять своего такое право MVP называться данного Best of 3. Отстрел, но флешка прилетает, по итогу успевает пройти на контакт. Три игрока. Харви начекал одного, есть размены. Первый отключается, Харви убивает Фредди Фрога в голову. И опять эта приемка с пистолетами от команды Nordwing. Очень жесткая, но релакса 1-2 остался. Ставится бомба, идет хелпа с точки А. И релакс успеет ли занять какую-то позицию хорошую. Ему просто настреливают смоки с пистолетов. Это Кура уже два раунда, мне кажется, в стенку упирается, которая возле первого ящика. Выпустите. Она назовет друзей. Она позвала друзей себе на план. Это первый раунд для команды Nordwing. Два игрока выживают. Сейвят СГ, сейвят АВП. Но самые ценные ресурсы. Для атаки ничего не поменялось. Там 12 тысяч, 10 тысяч долларов. Они спокойно закупятся без каких-либо вообще ограничений. И самое главное, Nordwing нужна серия. Им нельзя останавливаться на этом. Согласен, но вот этот раунд Nordwing выиграли, потому что укрепили вовремя точку Б, надежда была на Хелзерка, но там два других игрока разобрались по итогу, Тенск вместе с Харри. Занятие банана агрессивно держал в той же позиции, посмотри, как жестко просто вырубает Харри, но дальше есть размен на Тенске, тоже мы где-то это уже видели. Под кошку Плессен пытается еще ворваться, но здесь Хелзерк хелпует отлично своему тиммейту, и в большинстве у нас Nordwing. Втроем по итогу стали суммарно Nordwing атаковать этот банан. И остается два игрока атаки, но вскрывается точка А. Размен. Кроман падает. Не смог разменять ботана. Бомбу можно попробовать вынести. 2-2 ситуация. Все переворачивается с ног на голову. Но дистайминг. Гранаты в руке был ботан. И релакса опять один против двоих. Да, релакс пойдет через ковры. Но здесь вот как раз если сможет вырубить Тенский, тогда один в один разыграть уже против Хелзерка, я думаю, не ставит труда для релаксы. У него есть бомба, у него есть смок и флешка, есть время. Но у Тенский хорошая позиция, на самом деле, в пленте. И релаксе нужно ее каким-то образом грамотно прочекать. И самое главное, попасть с АВП. Ну и очень много, конечно, дает Хелзерк. Он дает осознание, что никто не идет на Б. Это будет игра по точку А 100%. По итогу релакса, не увидел я стол АВП, по всей видимости, Тенски. Ну, понимаете, соперник по итогу релакса промахнулся. Первый выстрел времени все меньше. Это уже опасно для Тенски. Это уже опасно. Дальше один в один, но здесь на 20 уже Хелзерк в упоре. Сейчас залетит плент, но дальше увидит ли? Релакса должен был заметить. СГ в руках из пистолета. Хелзерк релакса убивает. Дефьюз бомбы. И Nordwing берут себе еще один раунд в копилку. 2-4, но это было очень близко. Да, это было неплохо. Одна снайперская винтовка, но вот тот раунд, который был выигран при бае до 2000, спасает Nordwing, поэтому у них хороший бай сейчас, и они могут позволить себе вообще все возможные ресурсы. Chaos бомбу ставят, также им хватает на калаши, играют, правда, без снайперской винтовки. Вот на банане в предыдущем раунде как-то не пошло у них. Потеряли там трех своих тиммейтов и на этом засыпались. Борьба, на самом деле, за банан идет очень серьезная у нас. Постоянно. DJL вообще не меняет своего местоположения, все время здесь сидит, ему прилетала ХЕ, начинает здесь гореть, да ладно, DJL, почти погиб, 20 хп осталось. Да, неприятный момент, опять же, но, видимо, посчитал, что в прошлый раз, мол, не горел, и в этот раз не сгорю, но это не так работает. Отходит уже к ребрам, и оттуда ушел Хелзерк. Хелзерк уходит под библиотеку, по всей видимости, сейчас от смока пытается работать. Тенски, агрессия на бочках, банан у него под контролем, и тут уже просто смоки нашивает, на всякий случай. Chaos вышли на ребра, Кроман поджим вместе с Рубино. Так, пока что затихарились у нас Chaos на медле,
сделали имитацию, возможно, даже что они ушли, обновляется смог на двадцатку. И в этот момент Халзерк может попытаться чекнуть вместе со своим тиммейтом. Рубин тоже говорит сейчас, никого на ребрах нет, Тенский, смотри, бананы, главное, не погибай. Я уверен, в тимспике что-то в этом роде есть. И дальше Тенский разбирается с двумя игроками, падает бомба, еще и третьего уничтожает. Ну а дальше релакса с ботом вдвоем попытаются разыграть. Но 40 секунд, бомба упала. Как брать такой раунд, непонятно, учитывая, что есть только один смог, никаких флешек. Релакса попробует, возможно, выйти из ковров и дать какие-то два фрага здесь на точке, но это будет делать очень сложно. Кром он его забирает, и ботен последний. Ему нужно давать тут трипл килл, ставить бомбу, но он получает просто хедшот со снайперской винтовки. 3-4, подбираются уже практически к паритету Нордовинг, и стали огрызаться все больнее. По итогу бомба не поставлена у Хаоса, это значит, что денег у них сейчас не должно быть на серьезный бай. Да, да, ну Тенский разобрался, конечно, как царь здесь на банане, вопросов никаких нет. 3700, 2250, и приходится Хаос играть элементарно на каких-то пистолетах дефолтных. Мы видим, что коэффициенты максимально равны. Хаешка полетел на старт. И DJL открывает этот раунд фрагом по Хелзерку. Перестрелял снайпера защиты с дигла. Жесткий тап. Ну и теперь можно попробовать пройти по тому же самому банану. Рубину пытается, по всей видимости, отхватить снайперскую винтовку обратно. По всей видимости, да. Но Рубина тем временем забирает ботана. Это было в бойлере, попытался он в соло выйти, не получилось найти фрага. Дальше будет выход по точку Б, судя по всему, вот атаки. И надежда здесь, она опять же на Тенский, который успел дать один фраг. Но дальше есть размен еще Хари за тройкой. Нужно максимально жить, ждать хелпу от тиммейтов. Там как раз Кромен летит на помощь с КТ, пытается успеть накинуть флешку. Но Хари и так без нее выходит, и флешка после этого взорвалась. Ну, два фрага дали, опять же, может быть, не совсем тот результат, на который рассчитывали игроки команды Chaos, но хоть что-то. 4-4, и вот теперь есть бай. Вопрос, смогут ли Нордовинг вырваться вперед, либо Chaos все-таки упрутся рогом и не пустят. А ВП у релакса есть, есть также армор с каской, то есть сейчас не хватает только гранат у данного игрока. Так, Рубина по респауну сразу же. Молотов от ямы откидывает, и релакса начинает двигаться очень агрессивно. По центру карты DJL, мне кажется, у него какой-то вейпоинт, из которого он никогда не выходит. То есть зашел на банан, постоял, словил гранату, ушел. Или пришел, словил гранату, стоит дальше. У него макрос, он просто нажимает одну кнопку, и у него сразу же куда бежать, куда встать, где сам стоять. Сам закупается, куда... да, он на самом деле где-то курит вообще. Да, да, да. Первые 20 секунд раунда не играет. Но в целом здесь кроссфайр от Нордовинг на точке А. Открыться будет очень тяжело через те же самые ковры. Но давятся ребра, и нужно этих игроков сейчас дождаться. Минута времени более чем достаточно. Очень близко стоят Хара и Тенски, которые моментально помогут. Они уже вчетвером на А, по сути, будут принимать. Так, ботен справился. Хорошо у нас Тенски. Дальше проход под большие пески. Но здесь Кромана не видно из-за смока. И он отлично отрабатывает. Вот думаю, игрокам тут еще есть Рубино, который... тоже забирает Фредди Фрога, релакса работает по информации тиммейта, пытается установить бомбу, но Хари он здесь не ожидает. 5-4, Нордовинг выходит вперед. Да и вроде бы кусается Chaos, но сейчас уже куда печальнее, что соперник выходит вперед, и все ваши старания начинают потихонечку обесцениваться. Один за два вы играете, бомба опять не поставлена. Лустрик максимальный сейчас у команды Chaos уже. Да, тут, конечно, тяжело. Вот я немного просто не понимаю... игру игрока команды Chaos, DJL, реально. Просто один раунд он идет, говорит, допустим, тиммейту, я под флешку твою с ямы сыграю, ты под нее пикнешь. DJL такой, окей. Один раз вы сыграли, попробовали, получилось, не получилось, неважно. Второй раунд, ему прилетает ХЕ под ноги, он дальше стоит в этой позиции, но при этом успел дать фраг. Третий раунд, ему прилетает снова молотов. Смог, прилетает молотов, он стоит дальше, горит, тушит себя. 20 хп уходит, был момент. Четвертый, опять же, еще раунд, ему прилетает молотов, там, ХЕ и так далее, ему начинают его пушить, его просто без размена забирает. Вопрос DJL-у тогда, возможно, стоит подождать эти гранаты в яме, а потом под флешку тиммейта выйти и убить. А так это выглядит как какое-то жертвоприношение просто. DJL, ты идешь, страдаешь, потом мы играем раунд. Ну, то есть, действительно, это момент, над которым вполне возможно и сейчас разговаривают игроки команды Chaos. То есть, ну, хотелось бы набрать хотя бы 7-то за атаку. Это вот есть у команд такое, что они тренируются строго по дефолту, и
тренируют, допустим, на праках определенные моменты только. Но иногда этого не хватает. Иногда нужно сыграть по-другому. Подстраиваться под соперника, да. И сейчас как раз Chaos этого не хватает. Я уверен, из-за этого не проигрывают раунды, из-за этого бананы, где они неправильно отыгрывают. А Нардавид молодцы, давят банан, играют иногда тройкой на точке Б, угадывают. И вот защита пока что мне больше импонирует команды Нардавин, хотя изначально Chaos смотрелись очень-очень хорошо. Вот первые там раунды, пока вот не было вот этой проблемы с DJL-ом, как по мне. Но, возможно, я не прав, возможно, у вас есть какое-то свое мнение, напишите хэштег UCC, пообщаемся с вами. Да, по хэштегу UCC мы в самое интересное сообщение выводим в прямой эфир, поэтому, друзья, не стесняйтесь, если у вас есть мнение, кто победит и почему, особенно если оно аргументировано. Ну, допустим, что вы болеете, там, не знаю, вместе со своим другом, поэтому должны выиграть обязательно Nordavind. Пишите, нам будет интересно узнать. Мне просто команда, которая играет там топ-50 HLTV, грубо говоря, мне кажется, должна уже уметь подстраиваться под какие-то моменты в таких официальных матчах. Причем это не групповая стадия, это реально это важный матч. И опять же, посмотри, что происходит на банане. Такое ощущение, что Chaos сейчас играли раунд на пистолетах. Ну, потому что они складывают вообще без каких-либо разменов, без дэмэджа по сопернику, без ничего. Релакса один остался. Сейчас, ладно, сейчас Chaos решили, DJL тут душа, давайте мы попробуем все вместе, но не получилось тоже. Покажи место, где тебя убивает. Он такой, вот тут, отлично, мы вчетверых потеряли. Но шутки шутками, но что тут делать-то? Nordavind просто спокойно возьмут себе. Это 11-й раунд, это будет 7-4. У Chaos, ну, им нужно взять хотя бы еще вот два каким-то образом. Был бы я тренером Chaos, я бы поставил реально паузу, сказал бы, ребята, отдайте, пожалуйста, этот банан пока. Займитесь ребрами, коврами, потом уйдите через паузу, под одну флешечку ворвитесь, заберите того Тенски, который сидит на банане, вы уже знаете, где он может быть, и все. Или просто займите банан и обратно уйдите на мидл. Но никак не сразу же, потому что Nordavind откидывают очень жестко изначально на ранних таймингах бананы. Играют тройкой часто там. Ну, не знаю. Вам со злобой нужно свою школу открывать, потому что в последнее время все чаще. Если бы я был тренером, релакс тем временем погиб, 7-4, и теперь уже... Ну, злоба тоже как бы пытается всевозможным образом показать, что он играет в Counter-Strike и хорошо разбирается. Да, чувствуете в этом голосе Киберфокс? Да, чувствуете? Ладно, у нас здесь 12-й раунд. Nordavind имеют снайперскую винтовку. Хелзерк отстрел на центре. По яме там же работает релакса. Уже получалось один раз DJL как раз-таки переиграть с дигла релаксом Хелзерка. Но не в этот. Быстрый выход, опять же, контактом работает от Chaos. Пытаются выйти. Рубину из тюрьмы начинает отстрел. Тут же с... жердочки Кроман. Хаешка неплохая полетела. Там плюс он теряет 24%. Рубино прогнали. Но отстрел-то идет дальше на дистанции. Хорошо, вроде бы смогли справиться с Кроманом, но это только один фраг за вот весь раунд. Шутки шутками на самом деле. Но вот серьезно, что делать команде Chaos сейчас? Пока что для них загадка. Вообще не понимаю, что им нужно сделать для того, чтобы взять раунд. Сейчас поставилась пауза. Возможно, я не прав, то, что я говорю, как им нужно сыграть. Но, ребят, буду рад с вами пообщаться. Может, у вас есть какая-то идея для команды Chaos, как им все-таки нужно. Но обычно у нас в чате происходит так, что комментатор не шарит, ничего не знает, несколько матов и все. Да ладно, не души фокус, что-то. Ну ошибся один раз, ну 2 года назад, да что ж такое-то? Да, друзья, видим ваше сообщение. Радостно, что вы правильно расставляете приоритеты. Сначала UCC, потом результаты ЕГЭ. Это правильно. Ну и сейчас 10 секунд остается у нас до старта этого 13-го раунда. Ну и всех, кто, естественно, сдавал экзамены на протяжении всего этого времени, на протяжении первого месяца лета, мы поздравляем, что свобода наконец-то у вас. Свобода. Да, и все поступайте в ВУЗ. На киберспортивное направление, естественно. Да, естественно. А Молотов полетел у нас в яму, тут же релакса, отстрел центра. Не получается пока найти своего фрага. Ну и Chaos, может быть, отыграют поспокойнее. Джела не пустили на банан, поэтому он жив. И дальше Плессен работает на его позиции. Вот это решение от Chaos мне нравится. То, что они прокинули просто смог на машину, который не дает занять банан команде Nordavind. Но при этом все равно они остались тройкой.
оставили двух игроков в больших песках, и защита, опять же, мне пока что нравится команды Нордавинд, но Кеос могут этим воспользоваться, если займут гребра, попробуют пройти по 15 или там где-то навязать борьбу на точке А. В это время Хелзерг был изначально у нас на точке А, пытался пикнуть второй центр, после этого ушел по точку Б и нашел open фраг. Отличная работа от снайпера команды Нордавинд, при этом занята есть точка у нас от Кеос на ребрах, банан под контролем Нордавинд, но... Как раз Ботан сейчас может со своим тиммейтом попытаться пройти по 15. Правда, времени уже маловато. 45 секунд. И пошла стяжка от команды Нордавинд под точку А. Сразу же стягивается и Хелзерг, и Тенский. Оставили только одного Хари. Хари там, скорее всего, прыжком чекает бананы. Говорит, что здесь никого нет. Ребят, смотрите, аплен. Диджел уже под сеном. Релакса забирает Кроман. Это было в больших песках. Но есть еще Рубино, который, наверное, не пропустит плент. Но Диджел, отличная работа. Хедшот еще и забирает Хелзерга. Да как? Вот бывает все-таки, все под контролем, но тут никто не застрахован от хедшотов. Вот он по итогу должен был перестреливать Тенски, но тот справился и за колонны дал свой фраг. 20 хп, правда, у него остается, против Рока Джел более, скажем так, здоровые по хп. Но открытие жестким тапом Тенски помог своему тиммейту на кроссфайр. По сути, Джел развели, и теперь Фредди Фрог в опаснейшей ситуации. С первым справился, понимая, где находится второй, уходит за бок, сам пытается пикать, открываться. И по итогу на катак Кары пытается выйти и перестреливает Фредди Фрога. Тот, ну, не справился. Да. Ну, Нордавинд на самом деле сделали все очень классно в этом раунде. У них не пошло просто по стрельбе, когда Диджел тут вышел. В этом раунде молодец, вообще вопросов никаких. Вышел, дал фраг, еще и забрал АВП потом. И после этого только его разменяли. 9-4, и счет становится уже опасным для команды Chaos, безусловно. Жестко. Забайтил просто, забайтил режиссера. Да, хватайте удачу за хвост, как говорится. Хелзерг отстреливать готов опять же центр, если кто-то будет быстро агрессировать на те самые ребра, но агрессии-то и нет. Зато Нордвинг отправились в дом с хаешками против лестницы, их прокидывают, но там ни одного соперника. Кеос играют спокойно, пытаются эти гранаты выманивать у защиты. Так, обновляется смок на мидл. Есть три игрока, которые готовы врываться в смок. Но ребра отдали Нордавинд. Под флешку пошел выход. Да ладно, неужели вы быстро пойдете? Нужна флешка от больших песков. Это значит, что там очень часто есть игроки. Рубино справляется на все 100%. Кромом помогает. Сгорает у нас Фредди Фрог. Плессен с релаксой вдвоем попытаются что-то сделать. Есть один под ямой у нас Плессен. Но выходить смог такое себе на самом деле. И Харри будет ждать однозначно. Смог прошел, прочекает ли Плессен. Плессена забирает, но релакса на точке справился у нас с Кроманом. Дальше Хелзерг понимает, где примерно находится релакса. Тут нужно ставить бомбу хотя бы, чтобы у вас деньги были. По итогу еще пытается как-то мансовать, но его должны зажать с двух сторон. По итогу отстреливает первую голову, а со вторым справится. Получается убить еще и Тенски. И он может выйти на квадро. Хары опять та самая ситуация. Молотов прокидывается. Хары немного подгорел и вновь выигрывает эту перестрелку. Вновь выигрывает раунд для команды Нордавинг. Это 10-4. Хорошая, хорошая защита, опять же. Вот, ребят. То есть тут уже все становится максимально опасно. Мы ожидали, я, если честно, ожидал абсолютно другого от данного Best of 3. Я ожидал, что каждая карта у нас будет, ну, очень и очень плотной по взятым раундам. Но мы видим, что пока что первая, что вторая карта идут, ну, вот прям жесткая доминация одного из коллективов. Это да. Но тем временем все равно есть хороший бай как у одного, так и у второго коллектива. Есть, конечно, проблемы по гранатам и Chaos, но тем... Не менее, все равно тут... О, DJL не идет занимать банан. Опять же прокидывается тот самый смог. Но Хари мог прочекать прыжком все равно данную позицию. И Хелзерг тем временем нашел опен у нас на втором центре по Фредди Фрогу. Если не банан, тогда второй мидл. Да, так и есть. Тут же отстреливается DJL, который вышел с того банана. Сменил, скажем так, позицию своей смерти. Молотов прокидывается, но его потушили и успевает уйти в план закрытую. Все спокойно для Нордавинг. За ним большинство, притом подавляющие. Кеос, нужно искать эти самые фраги. А как их искать, когда у вас даже гранат нет для раскида? Непонятно. Выходить сугубо на стрельбу без единой флешки очень и очень трудно. Вас, тем более, там Хелзерг ожидает с АВП, который явно один фраг-то должен дать. Но он уходит. Тайминги, тайминги! Смог прокидывается и вернется на позицию гробов, но там его уже могут ждать.
Так, смог обновляется. При этом Pleasant Bottom начинает выходить. Еще и релакса подключается. Падает Тенски. Какие дистайминги в этом раунде для команды Nordavind? Не повезло вообще. Но тем временем появляется шанс на пятый раунд для Chaos. И Pleasant продолжает тут разбираться. Еще одного забрать, еще одного отстрел по Рубину попал, но фраг сделать не получилось. По итогу погибает все-таки Плессон, остается 2 в 2, Рубин убитый. Ну и нужно пытаться идти на этот ретейк до конца. Там сейчас Молотов на четверку, нужно законтролить позицию. А, не долетел Молотов, вот это провал, но тем временем забирает Боттена. Один на один, как же обидно сейчас, что не долетел Молотов на четверку. И на время пытается работать релакс, времени уже просто не остается даже на дефьюз этой бомбы. Ну а релакса поставил фраг с глока. Тем самым он зарабатывает спустя, получается, они взяли 4 раунда, потом проиграли 10 и вот один последний на 15 раунде. Этот раунд тоже должен был уходить команде Nordavind, если бы просто попали Молотовым. Но сейчас, после небольшой паузы, вполне возможно, смогут и Chaos нас порадовать своей защитой и внесут некую интригу в это Best of 3. Друзья, вы же никуда не уходите, мы вернемся буквально через несколько минут. Loopbet, made for live betting. Ну что ж, друзья, будем надеяться, что за несколько этих секунд успела и команда немного перезагрузиться. Самое главное, чтобы не было никакой дизморали и вот этого давления. Хотя, по идее, и не из таких ям выбирались, будем откровенны. Chaos могут. Они хорошо играют обычно на пистолетках, если судить конкретно по этой игре. Плюс ко всему, счет не такой плачевный. Можно за КТ сделать камбэк. Ну, в любом случае, я хочу увидеть все три карты. Потому что этот матч стоит того. То есть все-таки ставишь крест на команде Chaos на данном Инферно. Должны Nordavind выиграть, додавить. Я за красивую игру. Понятно, понятно. Отмазался. В этом матче. В этом матче. А в следующем все, 2-0, да, 16-0, 16-0, пожалуйста. Но об этом мы еще поговорим с вами, дорогие друзья, когда до этого дойдет дело время. Ну, тут легендарные камбэки 13-2, они иногда бывают и, собственно, в обратном порядке. Есть в этом логика, то, что написал, но да. Зачастую команды просто не уверены в своих силах, поэтому пикают КТ. Да. Вот и все. Они стараются работать от того, что мы сейчас сначала наберем себе базу, а потом как-нибудь шатко-валко добьем за атаку оставшиеся раунды. Но вот сейчас у Chaos как раз-таки ситуация, которую описал наш дорогой зритель. Там чуть ли не своего, по-моему, убивали. Да. Chaos отлично разбирается, на самом деле, здесь. На ребрах у нас команда Chaos в большинстве. Они, но у Фредди Фрога 8 хп, бомба будет установлена на точке. Тенский дал информацию, что есть на ребрах оппонент. Заходит в итоге в большие пески, Рубину в пленте. Ну вот как будет делать Chaos ретейк, пока непонятно. Потому что надежда большая на Тенский, а вот Тенский глок на дальнем расстоянии. Там. Но он может пропустить, тогда может погибнуть Рубину. Флешку накинул, под нее Тенский начинает работать. Попал еще по голове Диджелу, при этом Рубину, как я и говорил, сразу же улетел в таверну. И надежда только на Тенский, но Тенский дает два важнейших минуса. Один на один против Фредди Фрога и тащит 11 раунд для своего коллектива. На самом деле все было намного печальнее, у Chaos не было китов. И с этим прокинутым Молотовым шансов было очень и очень мало. Да, они там кинули сверху смок, но все равно времени оставалось очень мало на дефьюз. Там и с китами можно было бы не успеть. 7 хп просто осталось у Тенски. Ну, молодец, 1 в 3. Форс раунд, который сейчас отыгрывают Chaos, чуть ли не самый важный для них. Два скаута. Самое время поставить на Nordavind. Посмотрим, что там еще произойдет. Пока же Кроман пытается выйти с флешкой, прокидывается в цемент, но нет игроков защиты в упоре. Скауты пока еще никакого дэмэджа не нанесли. У Nordavind 4 фармгана, хотя там есть парочка очень серьезных. Ну, укрепление точки Б, возможно, угадают. Бомба пока очень далеко, Nordavind находится возле ямы.
и кому-то нужно будет вернуться за ней. И сразу два игрока пошли. Смотри, что на карте творится. Два игрока за бомбы пошли. Да. Вот такие моменты на самом деле печалят меня. Потому что, во-первых, ее очень далеко скидывают. Во-вторых, можно сразу же договориться, кто за ней будет идти. Не расстраивайте киберфокус. Ходите за бомбой в солом. Но да. И тут у нас, собственно, атака просто... на точку Б. Знаешь, как бывает? Два игрока пошли за бомбой, в этот момент кто-то поджал точку. Бывает, безусловно, и так. Много чего мы видели в рамках данного турнира, да и не только его. Тут же раскид, смог еще один на хелпу, выход из смока быстрый. Настреливать их начинает Нордовин, пошли на контакт, просто давить тут Плессен с диглом-то может давать свои фраги. Сумбур происходит на точке Б, и Нордовин уверенно ее вскрывает. Да, без проблем. Релакса и Фредди Фрог вдвоем будут сейвить на следующий раунд, потому что форсили в этом, и на самом деле плачевная ситуация для шведов на этой карте уже, потому что... Пистолетку отдали, форс отдали, счет уже не очень хороший. Нужно прям с первого байраунда не ошибаться и делать камбэк. Ну, так и есть. То есть и камбэк-то придется уже делать, по сути, ситуации там чуть ли не 13-5. Потому что в следующем раунде вряд ли у вас получится прям что-то серьезное поставить по сопернику. Забрать бы пару девайсов уже более интересных, там из разряда калашей было бы прекрасно. Ну, как показывает практика, несмотря на то, что вдвоем пошли за бомбой, все хорошо для Нордовинд. Статистика работает в их сторону. Но тут, возможно, какой-то еще пару недефолтных пистолетов да закупят. Покупаются хаешки от защиты. Прокид банана, возможно, попробуют сделать. Но две хаешки всего-навсего они взяли по итогу. Три хаешки докупает еще и Фредди Фрог. Кто-то еще поддержит от команды? Поднимает ставку или чек? Видимо, нет. Релакса меньше всех умирает на этом турнире. Жестко. Это, кстати, очень интересная и полезная статистика в первую очередь для понимания. Релакса погибает. Наш режиссер читал сценарий, по всей видимости. Он знает, когда вывести ту или иную информацию. Это подстава. Так обычно всегда бывает в жизни. Тебя только похвалят, скажут, что все хорошо, и ты в этот же момент облажаешься. Но тут... Да, все начинается с такого энтрифрага. Опять же, нужно понимать, у команды Chaos здесь раунд с двумя сугубо девайсами, и то слабыми. И неудивительно, что от них идут первые потери. Но есть размены. Ситуация 4 в 4. Можно еще попробовать как-то погрызаться. Может быть, у ботана пойдет стрельба по головам. Начекал уже одного соперника по итогу. Удерживает ребра. Видит ствол из гэшки-то сейчас соперника. Фредди Фрога оставляет в упоре с МП-9, сам уходит закрытую в плент. А там выход под Б, которая пуста абсолютно. Так, смог хелпу, пошел выход на пустой вообще. Б-плент, как уже отметил Заяц. И тут, конечно, без особых проблем для Нордовин. 13-й за ними. Ну, Chaos вот сейчас. С 13-го нужно включаться на все 1000%. Не ошибаться, бороться за банан. В идеале занимать его. Вот. Тут опять же та история, о которой мы говорили еще на оверпассе, что у вас не остается времени для того, чтобы как-то подстроиться под атаки соперника. Понять, какие точки в первую очередь атакуют Нордовин, какие позиции они занимают. Хорошо, по Рубину попадает Ботан, но вот дальше перестрелка с Тански проигрывается. Сейвить этот самый скаут глобально, есть ли какой-то смысл, вы все равно сделаете хороший бай в рамках 19-го раунда. Сьюспа еще пытался диджейл хоть что-либо сделать. Остается только Фредди Фрог с МП-9, но его уже в доме никто не найдет. Да уж. Нордовинд включились на второй карте. Опять же, неужели будет размен картами? И в том плане, что пикнули-то оверпас у нас Нордовинд? Да. Все должно было быть именно так. А сейчас на Инферно пик Chaos еще 13-5. Вот тут сейчас нам вывели очень интересную статистику, что все было не очень удачно для Chaos изначально. И стрики-то они матч проиграли. Но дальше 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 5 встреч подряд. Так, быстрое занятие ребер. Посмотри, Нордовинд решили агрессивно сыграть. А здесь только два игрока. И Харри дал open фраг. Дальше релакса пытается исправиться. Но тут почти два фрага. 6 хп оставил Харри. Ботен смог? Да, смог, просто забрал.
И ситуация уравнялась. Но при этом сейчас Ардавинт могут занять отличные позиции для себя. Два большие пески. Можно еще обновить смог на малые пески. Он есть у Хелдерка. Есть Молотовый, есть флешка. Плесы начинает работать по 20. И два игрока будут работать с малых песков. Но по таймингу не все так удачно для команды Chaos, поэтому должен быть 14 раунд для Нардавин. Диджел уходит на сейв. Да там не было китов, поэтому опять разыгрывали очень и очень медленно этот раунд игроки команды Chaos на ретейке. Так или иначе, Nordavin в двух шагах от победы на второй карте и в двух шагах от того, чтобы выйти на Decider, где они уже расставят все точки над «и», и на Мираже абсолютно дефолтном, самом балансном, наверное, который только вообще можно представить, будут играть против команды Chaos. Денег нету Chaos. То есть и у них ситуация ва-банк. Либо мы сейчас делаем бай, они его, естественно, будут делать. У них появляется МП-9, Фамос, не хватает гранатки. Ты только одни опять на команду. С ними уже несколько ситуаций было неприятнейше, когда не хватало этого времени. Эшка полетел на старт. Дэмэдж минимален, но для атаки ничего пока не меняется. Ну, сейчас борьба за банан будет, судя по всему. Как раз Диджел и Плесен здесь в агрессии. Под флешку вроде как Диджел сейчас будет запускать Плесена. Плесен начинает открываться, но не перестрелить Кроман. Дальше Диджел, два фрага в ответ. Неплохо. Хоть как-то они сейчас остаются в большинстве. По итогу Диджел уходит на единицу. Его тиммейты играют под нанавесом. Сейчас вдвоем держат, по сути, шорты. И подходит еще и с длины релакса. Точка А также укреплена, но на точке Б там больше на информацию работает диджел с гробов. Угу. Ну, опять же, сейчас Chaos должны забирать раунд однозначно, потому что в большинстве, имея неплохие девайсы на руках, должны здесь разобраться. Причем Nordavin как раз идут на ребра, и Хелзер уже погибает. Покидывается еще и Молотов, тут же также не ждали релакса, и остается всего-навсего один Тенски. Молотов под ноги Тенски. Тенски должны в размен забрать. Выбивается он. Забирают там какие-то калаши и СГшки. Всю самую ценную уносит за собой. Ну что же, 8 раундов за подряд для того, чтобы выйти на какие-то допы. Ну, не на допы, хотя бы пока на паритет. Потому что Nordavin не наберут хотя бы один раунд, я в это не верю. Ну да, но опять же, Chaos могут набрать обороты. Нужна им хорошая экономика. Пока что мы видим Фамос, есть у кого-то СГ. Не все гранаты, если они смогут как-то укрепиться по экономике и не ошибаться, то, возможно, мы увидим какой-то камбэк. А тем временем агрессия от релакса и опен фраг по Хари. Дальше уже его не отпустили. Тем временем еще борьба за банан. Хелзерк уже забирает диджела, но Плессен в этот раз тоже в ответ два фрага отдает. Что-то похожее мы видели в прошлом раунде, только тогда диджел разобрался. И все-таки седьмой за Chaos. Уже всего-навсего двукратное преимущество команды Nordavin над своим соперником. И заканчиваются деньги у Nordavin. Да, то есть пошли бонусные для команды Chaos. Они играют сетап через две снайперские винтовки. Одну вот сейчас подобрали у соперника. У них все гранаты, у них все возможные киты теперь уже имеются. Но Nordavin закупается тремя хаешками. Видимо, есть какой-то план раскида. Можно тот же самый банан сейчас спокойно взрывать, что и будут, наверное, делать. Молотовы полетели, благовременно отходит Chaos против этих хаешек. Надежда на Тенски в этом раунде по большей степени. Посмотрим, сможет ли он с АК-47 где-то найти фраг. Но мы видим, что Хари первым начинает открываться и довольно удачно. А вот то, что подарили АВП, это на самом деле не очень хорошая новость для защиты, для команды Chaos. И не знаю, растягивается у нас сейчас ребята по карте. Оставили только одного диджела под точкой Б. Как раз чекается ребра сейчас Плессена. Плессен говорит, что это, скорее всего, Б-точка. Ему нужно как можно быстрее уходить именно туда. И, возможно, даже двум игрокам. Ну, пока перетягиваются игроки Chaos. Действительно, и успевает, кажется, занять более приятные позиции Плессен. Плессен ныряет в церковь. К нему же подходит еще и Боттен. Здесь пока смог. 45 секунд снайпер начинает чекать. Помним, что у атаки нет гранат. И с этим приходится считаться. Открытие на Плессен. Плессен подловил. По итогу Хелзерка прокидывается еще один смог. Тут же открытие спиной на Ватна. И удерживают точку Б. Последний номер Тенски выходит на прицел. И погибает, отдавая еще и калаш, по всей видимости. 14-8. 6.
раундов для команды Chaos, и они выйдут на равный счет своим соперникам. Nordavind покупаются. У них есть СГшки, у них есть самые калаши. Не хватает на снайперскую винтовку, но, может быть, и не особо-то она нужна за атаку. Ну, да, опять же, тут АВП я очень редко беру, например, в атаке на Инферно. Поэтому СГ как альтернатива выглядит очень и очень даже неплохо. Но 2 АВП у Chaos, вот это на самом деле очень интересно. Нельзя доводить до ретейков, иначе могут быть серьезные проблемы в этом плане. С АВП тяжело выбивать, но тем временем у нас релакса погибает. Не получилось реализовать снайперскую винтовку. И Фредди Фрог тоже здесь в упоре не очень хорошо отыграл, только на один фраг. О, Боттен справляется с двумя игроками, при этом бомба будет установлена на А-точке. Пока что живой плейсен с АВП, Диджел. Агрессия серьезная сейчас, не дает Харри поставить бомбу, нужна хелпа. Вот игрока команды Nordavind, Рубину, какой жесткий хэдшот по Диджелу. И все-таки раунд 15 уходит команде Nordavind. Браво, отлично разыграли, хотя все было на грани провала в этом раунде. Да, Джел там немного не справился со своей стрельбой, когда открывался уже на шорт, но у него была очень опасная ситуация, когда ему пришлось нырять смок. Он понимал, если он останется за ним, они уже 100% дадут поставить бомбу, придется играть ретейк на поздних таймингах. Поэтому просто риск не оправдался. Ну и Chaos делают бай. Теперь они играют уже только за какую-то призрачную возможность выйти на допы. Да, так и есть. Пока пробирает ПСН под флешку, должен врываться. Флешка прилетела, но она не зафлешила Кромана никаким образом. Стоял за стенкой. Все грамотно здесь он сделал. Дальше борьба идет за банан. Кроман и к этому готов. Там просто рассыпаются уже игроки защиты. Будем откровенны. Джел остается с АВП на контроле. Но после двух фрагов Nordavind могут спокойно отойти. Ну, знаешь, Кроман практически то же самое сделал, что и DGL, занял эту позицию, только более в упоре стал, чтобы его не зафлешило. И все довольно-таки удачно сложилось, потому что Chaos не откидывают молотовы и хаешки на банан. Ну и сейчас вся надежда, по идее-то, на DGL со снайперской винтовкой, но он абсолютно на другой точке находится, и принимать придется Боттену и Фредди Фрогу, у которых Фэмос и Кольт, на двоих одна флешка и один смоук. Ради Фрога еще и приходится там чуть ли не 2-3 позиции чекать параллельно. Хорошо, начекал Харри, сильно пробил его, молотов прокидывается на позицию, он себя потушил. Вот он ждет десанта, десанта пока еще нет, он сидит на малых, на больших песках, точнее Тенски. Открытие, и там уже прыгают с тюрьмы, по итогу находит голову Фредди Фрога, минус от Боттена последовал, но его должны дострелять. Боттен, да ладно, отвоевывает точку, остается 1-1 против Хазарка. У того АВП и тег 9, у Боттена есть юспик. Ну и времени 18 секунд, но все-таки ставит точку. У нас Хелзерк 16-8, Nordavind все-таки сравнивает счет по картам. Хотя это был пик команды Chaos. Да, так и есть. Разменялись, можно сказать, ребята. Ну и все будет решаться на Мираже, который будет стартовать. Я думаю, минут через 5-10 ребята все-таки попросят немножко отдохнуть сейчас и собраться с мыслями перед решающей встречей. Потому что это определяет, кто выходит в полуфинал, кто выходит, по сути, по верхней сетке на команду Tricket. А это уже, ну, это уже призовой фонд, будем откровенны. Да, так и есть. Так что, друзья, мы надолго не будем с вами прощаться. Вы же пока подписывайтесь на данный канал. Обязательно, естественно, заходите на Lootbet. Пользуйтесь промокодом Smash для того, чтобы получать бонус к удвоению своего депозита до 100 евро. Мы же к вам очень скоро вернемся. Made for live betting. We'll be right back.